Алтайским воздухом дышу, с зеленым змеем не дружу. За что, скажите мне, я бардом не в пример, свой трезво пел репертуар. А мне товарищи из ФАРА, Федерации альпинизма России, беги, сказали, вертикальный километр. Я, видно, в прошлом дурно жил, раз эту участь заслужил. Как мне давно сказал один туркмен, а я и свинина кушал, водка пил, общагом девушкам ходил. Теперь Аллах тебе зовет, иди, давай. Ну, ладно, был бы я спортсмен, ну, Бэтмен или Супермен, но масса мышечная во мне на полкило, а мне кричат, не хмурь чело, о, спорт, ты мир, унынье зло, на старт в 11 мы ждем тебя зело. Я спорт люблю за красоту, люблю в длину и высоту, среди снарядов я распознаю коня. Болею за электросталь, но чтоб бежать на вертикаль, пардон, товарищи, нельзя ли без меня, увы. Товарищ старший наш, неумолим, как караташ, он с виду мягкий, а на деле он самбист. Наш, говорит он, интерес в том, чтобы массовый процесс отобразить, ты массовик, беги, артист. О, показатели, они всегда нужны моей стране. Что значит массовость, а то, что все бегут, 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 и вот уже контрабасист, ударник я и кларнетист пронумерованы, и завтра нам капут. А впрочем, что контрабасист? Привык к нагрузкам, кларнетист он духовик, дыхалка, знаете, у них ударник только же не качок, но у ударника значок, и я один в ночи пишу прощальный стих, друзья. Не то чтоб я боюсь, но вдруг к обеду не вернусь, не лейте слез, не пейте спирт, не надо слов, речей, оркестров духовых, мигалок, нервных позывных, инструкторов, веревок, лестниц, докторов. Нет, на духовной высоте застряв, я вижу в простоте лежащий мир, невзрачный, суетный. Так вот, поэт не ангел, он крылат, но фигурально. И назад вернуться, чтоб, друзья, пришлите вертолет. Вертолет, вертолет, пришлите вертолет. Вертолет, вертолет. И побежал в 11 часов.